Да. Все в золоте. Да, а. И, кстати, здесь... Проверишь, мягкое или нет кресло? Так, это что? Все. Кресло, Франция, Германия. Ой, видишь, Данила, с Германии принесли. Явно, чтобы танцевать. Балет танцевать, да? Ой, вся династия разделила. Здесь, в общем, мой экскурсовод мне говорит, что замок очень огромный, и память на телефоне может закончиться. О, смотри, как там красиво. Вот. Ого, сейчас я покажу, что это. Дашка, я подвешу чуть-чуть. Старые рукописи. Это все театральные машины. Обязательно, вот мы в бахилах, пока пройдем. Вот. Данила, ты знаешь, что это? Нет. Ой, как необычно. Корабли. Океан. Океан, да. Это Бали, это... Да. Купольный. Смотри, что там еще сделано. Да, 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 так все красиво. Стерео. Вот это да. Сколько живностей вот это особенно. Забавы русские. Всем привет! Буду выходить не очень часто во влогах буду, то есть вот. Сегодня в Несвежском замке, ну, как бы повседневную жизнь какую-то снимать не особо интересно, мне кажется. А вот так какие-то места очень даже кому-то будет интересно посмотреть. Я здесь первый раз. Но пока о своих впечатлениях не могу сказать, только приехали. Ты вот сам не помнишь? Я как бы сам не помню, куда нам идти. Ну ты же здесь мы был. Там вот, может, туда пойдем? Вот главное. Нет? Туда надо, да? Мы здесь самокаты ставим. Сейчас мы зайдем вовнутрь. Встречаю. Ой, какая красота. Нас встречает. Камин. Очень много туристов. Почему бесконечная она? А почему она бесконечная? А ты присмотрись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, зеркало. А, точно. Я, кстати, не заметила. Да-да-да. Все в золоте. Это конференц-зал. И, кстати, здесь проходят разные торжества. Этот зал можно снять там, для свадьбы. По-моему, что-то такое я читала. Мы здесь будем концерты устраивать. Ой, здесь хоть людей не так. Потолки. Какие потолки? До того, как саркофаг опустят в крипту, это будет
замок с корни разберу, и новый построят уже по другому проекту по поводу смерти и очередного магазина. Ну, поскольку здесь саркофагами замок, здесь как бы уголок ее деяния. Да, вот она руководила мануфактурами. Пошли в самое интересное место. О, боже мой, здесь, конечно, не передать, но что-то как-то жутковато. Подземелье. Нет, не связано. О, что-то здесь. Вот такое. Хочу посмотреть, все хорошо. Люстра того времени еще. Какой замок был. Это арбалеты. Пули. Арбалеты. Пушки, рыцари. Красиво. Ого. Ничего необычного, в принципе. Да? Да. Все, наше путешествие, да, подходит к концу. Мы уже везде побывали. Он огромный, но нет крыльца, закрыты. Это пол замка. Вид из окна во двор. Все. Использованные бахилы. Снимаем, мы закончили рум-тур по нашим хоромам. Все. Выходим. Пойдем на улицу. Это тоже командная, но немножко в сторонку. То есть, а середины кто перетягивает? Команда. Ну что, блин? Пошли! А там, конечно, пушка. Так, точно. Одинок! Отдышались. Джигурда в своем обличии. Вот так вот нельзя наматывать. Вот это вот, да. Готовы? Вот, кабаны? Да, волки, с ней беремся. Вот. Ты расскажешь, готовы, парни? Да, волки готовы? Готовы, волки? Начинаем. Пошли! Что-то, да. Один. Обожаю.